После освобождения от российских войск в селе с говорящим названием Перемога ходить с улыбкой по улицам по-прежнему не принято. Все это время местные ищут своих родных. Тех, что попали в списки без вести пропавших, надеются узнать, что те где-то на западе страны или за границей. Худший вариант – найти их в братской могиле в родном селе. Даже после ухода из села оккупационных войск разрушенные здания, братские могилы и разбросанные всюду упаковки сухпайков Росармии об этой же армии забыть не дают. Российские танки сюда зашли 28 февраля. В середине марта солдаты по-хозяйски начали уже селиться в местных домах. Боялись показываться на двор. Боялись показываться во дворе. Но пришел один такой высокий русский, а второй казах. И с автоматами ко мне в калитку стучаться. Я вышла. Тряслась, конечно, но вышла. Собака у меня во дворе. Говорят, кто здесь живет? Отвечаю, я тут живу. А что, нельзя? Нет, нет, мы спрашиваем, чтобы вас не пострелять. Впрочем, как Тамаре повезло не всем местным жителям. Освобождение от российских войск родного села многие из них так и не увидели. Они не были военными. Это просто местные жители, которые прятались от оккупационных войск России. И они просто застрелили и бросили их тела. А местные жители, воспользовавшись моментом, когда они не видели, похоронили их, чтобы как-то по-людски. Люди не знали, сколько еще будет продолжаться оккупация. В Бучу на эксгумацию братских могил в сопровождении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прибыла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Наблюдать за происходящим женщине было, мягко говоря, непросто. Глава прокурорской группы по Буче Руслан Кравченко заявил, что по сообщениям свидетелей, людей на улицах города убивали вообще без причин. Они могли просто гулять или говорить по-украински. Идентифицировано более 160 погибших. Практически все, кто находится в первой могиле, с пулевыми ранениями. То есть они были именно убиты российскими агрессорами и похоронены в этой братской могиле. Оплакивают своих родственников и россияне. Так, накануне прошли массовые похороны в Орхонском, это недалеко от Владикавказа. В поселке с населением 8 тысяч человек за день появилось больше двух десятков свежих могил. Некоторые из погибших были единственными кормильцами в своих семьях. У него осталось 4 сестры и мать. Он большой такой многодетной семьи и единственный кормилец был. Вот остался как, не знаю, как девчонки будут теперь без него. Он помогал очень сильно. Не женат? Не женат, не успел жениться. Молодой, совсем молодой. Всего за полтора месяца войны российская армия потеряла больше 19 тысяч солдат. Такие данные приводят украинские вооруженные силы. Михаил Пранович, Белсат.